Мендет, уважаемые зрители, мы продолжаем наш проект «Сильнее власти». И гостем сегодня у нас является наш земляк, доктор исторических наук Батыр Учаевич Китинов. Я, Батыр Учаевич, представлю тебя, потому что я буду читать, потому что очень сложно, я не смогу это все наизусть произнести. Чтобы представить нашим землякам, Батыр Учаевич, я хотел сказать, он начал свою трудовую деятельность давно, но она началась с того, что он, Батыр Учаевич, ты закончил Калмыцкий государственный университет в 90-м году с красным дипломом, насколько я знаю. Да. И преподавательскую деятельность начал в 97-м году, являясь членом Центра индо-буддологических исследований Института стран Азии и Африки при МГУ. Затем продолжил свою деятельность в Российском университете дружбы народов на кафедре всеобщей истории, зав. Кафедры всеобщей истории РУДН, доцент кафедры всеобщей истории. С 2018 года ты являешься сотрудником Института востоковедения. Вот это твой опыт преподавательской деятельности. С 2016 года Батыр Учаевич является посланником культуры Монголии в Российской Федерации. Ну, естественно, в 1996 году в Институте стран Азии и Африки при МГУ Батыр Учаевич защитил кандидатскую диссертацию. Научным руководителем был Бондар Левин, известный ученый, востоковед, не только в России, но и в мире. Также Батыр Учаевич читал лекции и вел семинары во многих университетах, не только российских, но и мира. В Калифорнии, Санта-Барбара в 2019 году, Махидок, Бангкок, Таиланд, Вестминстере, Лондон, Великобритания, Калгари, Канада. В октябре прошлого года Батыр Учаевич защитил докторскую диссертацию в Институте востоковедения. Название докторской диссертации звучит следующим образом. Буддийский фактор в политической и этнической истории айратов. Середина 15 века по 1771 год. Вот. То есть работа посвящена довольно комплексному, достаточно сложному вопросу воздействия того, что обозначено как буддийский фактор, на историю айратов, а именно на то, как шло политическое развитие этого народа, и специфика влияния фактора на этническое его многообразие, поскольку благодаря влиянию вот этого особого буддийского фактора мы наблюдаем появление особых, скажем так, ну не то чтобы субботностей, но условно говоря, субботностей, и мы наблюдаем особое взаимодействие народа как между собой, уже с учетом вот этого религиозного фактора, да, так и с другими народами, в частности, с монголами, с Тибетом, с Китаем. А это уже сфера, в том числе и политическая, то есть это было взаимосвязано. Поэтому сложно было бы написать работу, посвященную только влиянию буддийского фактора на политическое развитие, потому что там всегда присутствует этническое, либо только на этническое, потому что оно проявляется в политическом. Это было очень такое вот взаимодействующие тенденции. Ну и мне кажется, и по мнению моих официальных оппонентов, и по мнению тех, кто дал отзывы на автореферат, работа удалась. Я хотел бы продолжить. Вот как раз мы перед передачей немножко нам удалось побеседовать в отношении того, что мы, калмыки, ойраты в целом, имеем особую какую-то кармическую, историческую связь именно вот с Институтом востоковедения. Можно сказать, что в какой-то мере мы имеем прямое влияние вообще на возникновение вот этого направления в научной мысли, научного направления в России. Ну, имеется в виду, речь идет, конечно, про монголоведение, если уточнить, да? Потому что дело в том, что первые более или менее реальную информацию, реальные данные русские власти начали получать от калмыков, как они их называли, да, айратов, от калмыков, которые ввиду политической ситуации вокруг Джунгарской котловины оказались постепенно вытесняемы в сторону Верхнего Иртыша. Это был, ну пускай это было, скажем так, начиная, наверное, с 70-х годов 16 века И это длилось примерно по 90-е годы того 17 века, когда шло постепенное продвижение айратов в Верхний Иртыш, и далее вниз по течению они шли. Через Зайсан, собственно говоря, эта территория Джунгарии все равно еще была, и туда ниже по течению. Что творилось в это время наверху, что называется Сибири, да? Там Ермак покончил с властью Кучумом, с этим ханством, да? И постепенно русские, как бы сказать, заводские люди, да, служилые люди стали продвигаться вверх по течению. И происходит встреча. Ну, примерно это был регион, река, наверное, это Железянка, река Ом. То есть примерно выше, чем от Зайсана, примерно выше, на такое же расстояние, как Верхний Иртыш, западнее. Это случилось в самом начале уже 17 века. То есть с тех пор русские власти стали интересоваться, а кто такие калмыки? И контакт айратов с русской властью произошел мягко. Например, этого нельзя сказать в отношении алтынхановцев. Да? Несмотря на примерно такие же переговоры, которые были между ними и русскими властями, между алтынхановцами, ханом, да, и русскими властями, и айратцами, тайшами, да, и русскими властями. С калмыками как-то удалось быстро наладить контакт. И поэтому через калмыков узнавали ситуацию у мунгалов, то есть у монголов, в Китае. И праздновали, а сколько добираться до мунгалов, сколько добираться до китайцев, до Бухары, до Тибета. То есть это были принципиальные вопросы. Поэтому можно сказать, что, безусловно, этот интерес, в первую очередь политический, конечно, да, потом экономический, а потом, ну, условно можно сказать так, просветительско-научный, да, он возник, конечно же, в самом начале 17 века, ну и с тех пор постепенно развивался он. Такой происходит очень научный, но претензия такая звучит о том, что очень сегодня мало ученых прилагают усилий к тому, чтобы эти знания и как-то популяризировать, и как бы сделать интересными для большой общественности. И в этом смысле я хочу сказать, что, Батыр Чаевич, я хочу сказать, что у тебя очень много, в этом смысле, в отличие от многих других ученых, у тебя очень много публикаций таких, которые известны широкому кругу читателей. Одна из твоих монографий «Священный Тибет и воинственная степь. Буддизм у айратов». Насколько я понимаю, она захватывает 13 и 17 век. Я бы хотел вернуть сегодняшний день все-таки, потому что я этот вопрос готовил, может быть, специально к этой встрече в какой-то мере, потому что сегодня в нашем обществе, в Калмыкии, присутствует такое мнение, оно иногда возникает вновь, иногда затихает, но оно всегда присутствует в обществе в отношении того, что буддизм, с принятием буддизма калмыки ослабли. То есть они потеряли свою воинственность, они стали несколько иными. Я не знаю, кому я мог бы этот вопрос наиболее задать, для того, чтобы наиболее полный, исчерпывающий получить ответ. Поэтому как бы ты ответил этим людям в отношении того, что эта позиция в отношении того, что буддизм калмыков ослабил? Ну, в первую очередь, я бы вообще сослался бы на Бартольда, на нашего известного академика Бартольда, который говорил, если не ошибаюсь, это он говорил, пускай лет 100 назад еще, да, что это мнение о том, что буддизм ослабил монгольские народы, оно неверно, оно некорректно, потому что, допустим, взять айратов, тех же самых даже монголов взять, да, восприняв буддизм, они, тем не менее, не утратили дух. Другое дело, если мы говорим про историю монгольской эпохи, да, великого завоевания, да, другое дело, что в последующем религия стала выступать как инструмент политики, а это уже налагает на религию совершенно иные обязанности, задачи, цели ставит, которым она как бы не должна была этого делать. Поэтому отсюда и этот общераспространенный миф, что монгольские народы, в частности калмыки, ослабели под влиянием буддизма. Именно приняв буддизм, после этого айраты создали 3 государства. И они бились, как я уже сказал, со многочисленными врагами, именно под флагом буддизма. Имеется в виду не насаждая буддизм, но имея буддизм как свою идеологию и как свою религию. Мы найдем примеры и другие в истории. Ну вот, уж если брать такие крупные примеры, да, Китай. Когда Китай расширялся, в какие эпохи это происходило? Это происходило наиболее заметные расширения, крупные, фундаментальные сказать можно, происходило при 2 династиях. Это, собственно, китайская династия Тан и маньчжурская династия Цин. И обе эти династии, оба царства, государства, то есть эти Танский Китай и Цинский Китай, это были буддийские империи. В эпоху Тан буддизм достиг просто высочайшего расцвета. Правда, при них были тоже и гонения в том числе. Извините. Вот, но тем не менее буддизм там процветал. Эпоха Цин, но вообще Цин, есть даже книга, которая называется Empire of Emptiness, империя пустотности. То есть настолько цинская эпоха, она принята ученым людям почитаться как за эпоху расцвета буддизма, причем тибетского буддизма в первую очередь в Китае. И именно вот эти 2 династии создали современный Китай. Буквально из небольшого они в несколько раз увеличили территории. Но где тут слабое влияние буддизма? Вот я вам привел пример калмыцкий, это раз, айратский, то есть, и второй пример китайский, вот для всех известный. Так что нынешний Китай, вот как мы его знаем, да, это заслуга последней династии, это маньчжурская династия Цин, с ее завоевательной политикой. Я боюсь, что, я предполагаю, что вот эта вот идея, что буддизм ослабил, это не более чем поверхностное мнение, так сказать, исходящее, детерминированное попыткой понять, почему ситуация не то, что на сегодняшний день, а вот последние 250 лет после ухода калмыков, да, из России, большей части калмыков, обратно в Джунгарию, почему ситуация стагнировала в целом. Ну и отсюда как бы самая легкая подсказка, потому что вот-вот, пожалуйста, буддизм обладает такой умиротворяющей, ослабляющим началом. Да ничего подобного. Более того, даже если даже абстрагироваться от каких-то научных изысканий, да, взять, так сказать, ну, тоже кино, допустим, да, те же литературные произведения. Там видно, что буддизм как раз-таки, что называется, был и есть движущая сила многих процессов. Именно буддизм. Понимаете? Ну, я в связи с этим хочу вспомнить... Всегда задаю этим людям вопрос, которые говорят, что буддизм калмыков ослабил. Никто, наверное, не будет оспаривать, что Уральское ханство, ну, как, значит, здесь, которое на Волге находилось, оно имело наиболее расцвет и влияние при Аякке хане, насколько я понимаю. И клятва, которая была печатью, ну, именной клятвой Аякке хана, на калмыцком языке она звучит, что «Нанла әділкүн бурхун шаджинды эвдірхі сеткіл түріхля, номин сәкүйсін». Я просто для людей, которые не совсем понимают, переведу, что если у человека, подобного мне, только зародится мысль нанести вред учению Будды, защитники Дхармы, тотчас вырвите мое сердце. Поэтому тут я не знаю, как можно говорить о том, что это как раз, мне кажется, на мой взгляд, наоборот, было как бы цементирующее, и то, что для вот ойратских ханств, которые там 3 ойратских ханства, она как раз цементировала, и то, что, мне кажется, этот исторический выбор был сделан нашими предками, она как раз ключевую роль сыграла. И пример того, что вот роли буддизма, я, насколько помню, твои тоже исследования в отношении того, что ты встречался с ойратами, разбросанные по по всему миру. И, насколько я понимаю, ты пришел к выводу о том, что те, кто, я имею в виду нас, что кто остался верен буддийской традиции духовной, они как раз не ассимилировали. Вот хотел бы услышать об этом, что ты общался с киргизскими, калмыками и так далее, да? Ну, мне приходилось общаться, да, с теми, кто себя по-прежнему именует айратами. И, дело в том, что все-таки в каждом регионе, например, в Азии, я имею в виду Центральную Азию, да, те же киргизы, да, или те же казахи, да, допустим, там по разным причинам слово айрат, оно могло проявить себя, то есть сохраниться, да, а могло не проявить себя. Именно как айрат, допустим. Но в конце концов, оно почему сохранялось, что называется, но уже как не более как слово, грубо говоря, да? Потому что это слово несло в себе силу. И поэтому у этих народов, тюркских, азиатских, да, в норме, когда есть имя айрат. У нас нет, у самих айратов, этого имени, да? У них есть это имя. Либо айрат она звучит, либо ойрат. Вот. Мы это знаем, как бы, да. В том же Китае, допустим, когда Джунгария была разгромлена, джунгарам, оставшимся живым, было запрещено зваться джунгарами. Им разрешили зваться олетами, вот кем они раньше звались действительно так. А остальные, пожалуйста, трут, дырвют, хошут там и так далее, захчин, да, баит, они все оставались. Но та часть Азии, она примыкает к буддийскому миру. И поэтому, как бы, вот в Китае, допустим, не было претензий к тому, чтобы им стать, грубо говоря, там, шаманистом вернуться, да, шаманизму, или там обратиться к учению Конфуция. Там не сталась эта задача. Империя цинская, она была мультиэтнической, мультирелигиозной. Но вот с теми айратами, которые ушли, допустим, в эпоху монгольского завоевания на Ближний Восток, да, ведь они воевали и оседали на территориях Палестины, Турции, вплоть до Египта. Там уже, да, там они были вынуждены принять ислам, и вот эта их идентичность, именно то, что они айраты, стала смываться. Но тоже имя айрат, то есть название как имя, сохранялось. Но это были уже все-таки правоверные мусульмане, допустим, да. Тем не менее, отдельные примеры можно встретить, но это не совсем то, в каком плане. Понимаете, ранняя история айратов, она очень комплексная. В состав айрата вошли кирииты, допустим. Это потом основа тургутов, да? Вошли найманы, вошли иные племена, да? Крупные народы и народности, айратов. Но они же входили в состав монголов. И вот сложно бывает подразделить, кто есть кто, да? Допустим, тургуты, они не были айратами, они вошли в состав айратов. Но они сохраняли то, что они являются гвардией Чингисхана. И поэтому мы встречаем, например, в Турции, да, мы встречаем их, при этом они себя считают потомками тургутов, но они себя не называют айратами, потому что айратами тургуты стали в Центральной Азии, не на Ближнем Востоке. Вот в чем дело. В Центральной Азии их назвали еще калмаками, поскольку они были чуждые, чужие, да, иные, другие, то есть. Это слово того региона. Но этого слова не было известно в этой части исламского мира, на Среднем Востоке, в Ближнем Востоке. Поэтому айраты как были из них айратами, так и остались айратами. И поэтому даже сегодня, если мы встречаем кого-то, кто имеет это имя, это ни о чем не говорит. Но интересно, что имя сохранилось. Будь то тургут или будь то айрат. Но оно важно для тех, кто остался буддистами. Они не растворились в массе. И это нормально для истории айратов. Ведь кто такие айраты? Вообще, что из себя представляли айраты? Это конфедерация самых разных народов, и монгольских, и тюркских народов. Они могли заходить в состав конфедерации, могли и уходить. Вот там отличие конфедерации от союза. Вот. И это нормально, когда айраты, вообще состав айратов какой-то народ, они являются айратами. Вышли, они уже не айраты. Но если они остались буддистами, то тогда уже, так сказать, на слово айрат либо производное, вернее не производное, а примыкающие к нему, такие как дырвюдда, да, там хошуты, джунгары и прочие, они сохраняют себя, несмотря ни на какие, даже на то, что они могут даже выглядеть по-другому, понимаете? Вот, то есть это внешне даже, это уже и в крови, что называется, это другие этнические внешние, но они сохраняют имя, они сохраняют религиозную идентичность, они называют по праву себя айратами. И мы не можем сказать, мы более айраты, потому что мы монголы все-таки, более монголы, а вот вы менее айраты. Но если они буддисты, то у нас единая идентичность. Это нормально для истории айратов. То есть мы можем говорить о том, что как раз буддизм – это тот фактор, который, можем сказать так, что он не позволяет как бы ассимилировать и удерживает или сдерживающим фактором являлся или является? Я бы не назвал это сдерживающий фактор. Буддизм позволяет, сейчас скажу, значит, вот я знаю, в Турции живет Турхан Тургут. Он, там, который много-много там поколенный представитель каджаров. А это по женской линии, да? По мужской линии у него еще идет со времен тех тургутов, которые даже были не монгольские тургуты, а еще тюркские тургуты. Ведь это же личная гвардия любого крупного хана, они назывались, это слово стабильно сохранялось в истории. Вот. Поэтому я не исключаю, что, возможно, и он сам этого не исключает, что, возможно, он все-таки не из тех тургутов, которые прибыли из Центральной Азии, а он еще из местных, грубо говоря, из тюркских тургутов. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что он по-прежнему считает себя тургутом. Мы можем, возможно, не пересекаясь нигде, да? Но у нас где-то была общая история, пусть даже, как бы сказать, imagined, представленная, предполагаемая история. Он мусульманин, я буддист, но мы носим одинаковые, и мы гордимся нашими этническими названиями, да? Он сохраняет свою идентичность, я сохраняю свою идентичность. При этом он так и говорит, я не осман, то есть он не считает себя принадлежащим к главенствующему этносу в Турции. Вот. Но, говорит, я тургут. Но это не тот тургут, которым мы привыкли считать. Но, тем не менее, у нас подобная есть история. Мы вышли из одного общего корня. Я имею в виду из одного общего военного института. Это не так просто, я хочу сказать этим, что вот буддизм, вот он сохраняет идентичность, да? А, допустим, ислам или христианство он размывает. Мы знаем наших земляков калмыков, которые являются христианами, да? Ведь от этого они не становятся не калмыками, правильно? Это позволяет им еще более акцентировать, допустим, свою этническую принадлежность. Я просто хотел бы сказать, что как раз плавно подвести к тому, что ну, мы все понимаем, что сегодня идет процесс ассимиляции. Мы слабеем и мы теряем свою идентичность. Начиная от того, что мы вот беседу ведем на русском языке, хотя находимся в центральном храме. И много этих факторов, которые, вот, на мой взгляд, с каждым годом все более и более вот, актуализируются. И в какой-то момент кажется, что мы вот, можем подойти к той точке невозврата, когда мы просто перестанем быть калмыками. И вот тут вот возникает вопрос, я хотел бы задать вопрос, Бату Чаевич. На твой взгляд, что мы должны развивать в себе, чтобы вот этот, не утратить свою идентичность, на твой взгляд? Я там как бы в одной из своих передач говорил о том, что вывел как бы, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, вот 5 факторов, которые бы, вот я говорю, что тот калмык, который формирует, ну, который имеет особое мировоззрение, которое формируется на основе 5 факторов. Там, культура, язык, буддийская религия, территория нынешней Калмыкии, ну, и генетически хоть в какой-то мере, там, может быть, тысячная и миллионная должна присутствовать кровь калмыцкая. И вот в прошлой передаче, где мы говорим с Олегом Бартуновым, нашим земляком сегодня, успешным ученым и сегодня, можем сказать, предпринимателем в IT-технологии, после беседы с ним я вывел еще 6-й фактор, который, на мой взгляд, важен, что тот человек, который ну, хочет себя ощущать калмыком, это тот человек, которого дети и внуки калмыки. Вот произнося эту фразу, я говорю, что таким образом возникает ответственность перед будущими поколениями. То есть ты должен воспитать детей и своих внуков калмыками, которые бы знали свою идентичность. И вот что бы ты мог добавить к этим факторам, может быть, их оспорить, вот в части вот именно вот этой проблемы, с которой мы ежедневно, я думаю, ежеминутно сталкиваемся. Так или иначе этот вопрос возникает, и это, думаю, каждый калмык ощущает это. Ну, я так понимаю, речь идет о том, что хотя бы один из этих факторов или нет, двух может быть, дополнить. Я только хочу сказать, что не обязательно означает, что это либо все 5 должны играть, либо что 6 должны, все 6. Что-то из них должно проявляться, как я понимаю. Ну, хотя бы, так скажем, или я не знаю. Но я просто выделяю эти факторы. Может быть, их расширить надо, может быть, сузить. Я не знаю, как сделать. Но я думаю, мы должны сегодня иметь ясную программу того, и каждый человек должен, вот есть то, что я должен развивать, если я сохранюсь, хочу сохраниться как калмык, я должен быть вот в этих, вот в этом пребывать. Я бы сказал, наверное, ответил немного из других ракурсов. Надо разводить все-таки понятия айрат и калмык в данном контексте. Потому что слово калмык оно перешло к нам, к нынешним калмыкам, поскольку мы заселили определенный регион в Центральной Азии, который мусульмане назвали калмак. И все, кто там жил, они были калмаки. Как правило, это были шаманисты, буддисты, да кто угодно, но только не мусульмане. То есть это были иные, чужие. И когда Чингисхан стал, скажем так, переселять, да, ну, условно говоря, переселять айратов из их местности, Восьмиречье, это верховья Енисея, ниже, это стык Енисея, Тува, вот этот регион, да, это родина, изначально родина айратов, ниже, и они стали уходить несколько юго-западнее, вот в регион под названием Калмак, то там их, поскольку они влились вот в эту местность, к ним автоматически тоже перешло слово «калмак». И, по всей вероятности, это случилось, видимо, ну, чуть ли не тогда же, то есть в районе XIV века они стали известны. И поэтому, с этой точки зрения, мнение, что это при Тогоне Тайши айраты стали именоваться Улан-Залта, калмак, да? Собственно, и я тоже так раньше считал. Это мнение, видимо, нужно пересмотреть. То есть мы не можем все-таки сказать, это было значительно до Тогон Тайши, это было, видимо, в XIV веке, когда айраты стали называться калмаками. Значит, следующий момент. Кто такие айраты, чтобы потом сказать, кто такие калмаки? То есть калмаки, кто такие, я в двух словах сказал. Айраты – это всегда была конфедерация народов, которые изъявляли желание войти в состав вот этих вот особого союза, да, ну, особой конфедерации. Это могли быть и тюрки, как я говорил, да, и монголы, то есть самые разные народы. Это подобно, знаете, вот как это наблюдаем на примере истории Древнего Рима. Рим – открытый город, Рим – свободный город. Он принимал всех, и все становились римлянами. Вот. Айраты были тогда, и не только айраты, но просто мы говорим про айратов. Они принимали всех. Поэтому в отношении, если уже мы используем вот этот исторический прием, что да, вот айраты были как бы, грубо говоря, кто угодно, кто хотел называться так, то сейчас вот сказать в этом контексте, что айрат это кто угодно, это неправильно. Это, как бы сказать, это некорректно, потому что уже нет конфедерации как таковой, уже нет возможностей таковых. Вот. То есть мы-то поэтому оставляем конструкцию айрат несколько в сторону. Поэтому мы сейчас говорим именно про конструкцию калмак. Тут уже да, калмаки это кто? Это однозначно иные для мусульманского мира, откуда это слово и пошло. Да? Вот. То есть это однозначно не мусульмане. Я привел эти примеры для того, чтобы показать, что айраты это отдельно, да, калмыки это отдельно. С точки зрения указанного вопроса. Вот теперь с точки зрения того, что вы хотите от меня услышать. Ну, на мой взгляд, все-таки вот я с этого и начинал. Важно, чтобы что-то из указанного, оно имела место. Нельзя сказать, если ты не знаешь язык, значит ты как бы не калмык. Или что если ты не буддист, значит ты не калмык. Это нельзя сказать. Нет, это так воспринимается, но я же говорю, что человек должен прилагать усилия к тому, чтобы это развивать. Если ты калмык, ты прилагай усилия к тому, к изучению. Легче сказать, ну да, мне, значит, я не соответствую факту, я не знаю калмыцкий язык, я, значит, не калмык, меня обвинили, ну, от меня отказались. И речь-то не об этом. Речь о том, что если мы эти факторы провозглашаем, что любой человек, который хочет себя идентифицировать как калмыка, он должен прилагать сегодня усилия. Если ты не знаешь калмыцкий язык, прилагай усилия его изучать. Если ты не живешь сегодня в Калмыкии, но ты прилагай усилия, чтобы развивать эту территорию, прилагать усилия, иметь связь с этой территорией. Если ты, допустим, не буддист, но ты прилагай усилия к тому, чтобы к изучению буддизма, чтобы какие-то буддийские традиции присутствовали в твоей семье, потому что история это показывает, что именно буддизм позволил нам, на мой взгляд, и я понимаю из нашего разговора, что именно буддизм – это та спасительная нить, которая не позволила нам раствориться. Да, да. Именно буддизм я как религия способствовал сохранению калмыцкой идентичности калмыков. Да. И я считаю, на мой взгляд, наверное, потому что я этим занимаюсь, да, то есть религией, что именно религия, она является основным стержнем, на который будут накладываться иные идентичности. Вот. Но вместе с тем надо понимать, что люди могут вырастать, скажем так, сохраняя то, что они, понимание того, что они калмыки, да, но в иной культурной среде. Вот. Допустим, по каким-то причинам так получилось, что они не выросли буддистами. Но мы не можем сказать, что они не калмыки от этого, потому что они сохраняют в себе другую идентичность, что они этнически относятся к калмыкам. Поэтому я и говорю, что очень важно, чтобы хотя бы одна из этих вот названных 5-6 пунктов, чтобы они проявлялись, хотя бы одна из них. Какая? Для меня, конечно, это религиозная, конечно же. Угу. Потому что, и вот в этом плане, вот вы сейчас и говорите о том, что вот надо стараться и прочее, прочее, это я по-другому назвал бы другим словом, воспитание. Воспитание, которое подразумевает, что называется, с молоком матери к детям переходит понимание принадлежности к буддийскому миру, принадлежности к нашему народу, понимание того, что они пребывают на этой территории, что они кармически оказались, так сказать, связаны с, грубо скажем, и с этим народом, и с этой религией, и с этим временем. Это они сами выбрали это время, потому что не родители, дети выбирают родителей. Вот в чем, так сказать, а вот к вопросу, важность. Как раз так или иначе тоже возникает всегда вопрос. Вот, мы кочевники, давайте соберемся и откочуем в Монголию, где нам будет житься хорошо. Там, я не знаю, уедем в Америку, компактно будем там жить, все остальное, потому что вот якобы здесь нет условий к тому, чтобы мы развивались и как-то остальное. Но, на мой взгляд, вот почему я в этот фактор ввожу, территорию нынешней Калмыкии, я понимаю, что если мы утратим и не сможем здесь создать комфортные условия для развития нашей культуры, для развития нашего языка именно здесь, на территории нынешней Калмыкии, то я вряд ли думаю о том, что мы где-то сможем сохраниться в другом месте. Если мы, имея землю сегодня прекрасную, богатую, не только там в природном смысле или в экономическом смысле, а богатую историей, пребыванием нам здесь, все остальное. Если мы это утратим сегодня, то я вряд ли думаю, что мы где-то в другом месте сможем процветать. Вот именно об этом речь. И в этом смысле я хотел бы, Батручи, с твоей точки зрения увидеть, может быть, я еще раз повторю, что еще добавить к этим факторам. Вот. Может быть, я хочу сказать, что вот к воспитанию, что ты как раз вспомнил о том, что Батручаевич выпустил книгу, принимал участие в создании книги по вопросу об образовании, что основы буддийской культуры. Я считаю, что это серьезная работа, и она ее живет, ее преподают в школе, насколько я понимаю. И хотел бы отметить еще, дорогие зрители, что я считаю, что это тоже усилие, но все-таки Батручаевич, что в этом учебнике портрет его Святейшества Далай-ламы. Я думаю, это было, наверное, трудно сделать. Ну, некоторые считают, что персона, как бы личность его святейства не может звучать в России, но тем не менее, вот если человек прилагает усилия и делает, что на самом деле это имеет успех, имеет место быть. Расскажи, пожалуйста, об истории вот этой книги и вообще. Я являюсь основным автором основ буддийской культуры, вот, то есть я автор текста, и два моих соавтора, они методисты, то есть они помогли сделать учебник как учебник. Я думаю, без их помощи это был бы все-таки не учебник, это была бы очередная какая-то работа по истории, да, буддийской культуры. А вот они помогли мне сделать его учебником, то есть помогали с вопросами, потому что дается текст, а потом вопросы к тексту. Помогали, объясняли психологию детей именно вот этого возраста, 4-5 классов, вот как лучше подавать. Но вместе с тем они со мной не спорили в плане того, что подавать. То есть текст, написанный как таковой, я тоже писал, понимая, что это для детей младшего школьного возраста. Я примерно представил себя в этом возрасте, и что мне было бы интересно. И по большому счету эта книга написана как сказка. Вот мне, я и подумал, а что может детей завлечь? Сказка, наверное. Уж точно буддийская сказка, но это то, что называется, днем с огнем не найти. Вот. Показать им все разнообразие. Ну, не, это слишком, конечно, сказано, все разнообразие. На самом деле, когда я писал эту книгу, я ставил, кроме того, что это должен быть учебник, как это ставилась задача перед нами, да, в частности, вот в издательстве «Дрофа», я ставил еще метазадачу, чтобы заинтересовать детей. Вот. Это главная задача. Вот, заинтересовать. Чтобы они сами уже потом дальше искали. Чтобы это было интересно. Да, заложить в них этот интерес. Издательство «Дрофа», то есть коллектив издательства, очень слаженный коллектив был, такой, очень открытый. Они мне помогали советами, чисто техническими в том числе, допустим, вот какого рода, вот я им приношу, допустим, вот у меня симки, вот бодхисаттв, разные ракурсы, там, разные бодхисаттвы. Они говорили, вот, наверное, лучше вот это все-таки. То есть люди были своего дела. Так что учебник вышел действительно хороший, что по негласному такому вот мнению, да, было сказано, что это действительно лучший учебник. Ну, я хочу сказать, как раз вот в этой книге, ну, на мой взгляд, вот как раз превалирует, что вопрос не просто преподнесения буддийской культуры, или мы ставим вопрос об образовании, о том, чтобы в сфере образования возник вопрос буддийской культуры, он перекликается вот как раз в нашем разговоре с вопросом воспитания. Да, это очень важный момент, потому что детей надо в первую очередь воспитывать. Взять, допустим, ну, основу буддийской культуры, грубо говоря, мы говорим, понятно, речь идет об основах определенной религиозной культуры, и это идет именно в процессе образования школьников. И в наше время мы тоже можем поставить, сформулировать так вопрос. А что такое буддийское образование? Да? В 2015 году мы в Москве проводили международный семинар, вот, куда я пригласил ряд ведущих специалистов из-за рубежа, российских. Семинар звучал так: буддийское образование, этика и искусство. Мы понимали, что говорить о буддийском образовании в отрыве от этики, а это есть воспитание, и в отрыве от искусства, то, что, ну, что такое книга? Это текст и изобразительный ряд, правильно? Это есть сочетание текста и искусства, да? И вот мы тогда проговаривали. И вот, будучи в составе, как вы уже называли, где я был там, в составе объединения перемен обернауки по воспитанию, мы тогда понимали, что это очень важный момент с точки зрения чего? Буддийское образование следует разделить как минимум на 3 уровня. Первый уровень – это вот уровень школьников. Имеется в виду уровень не только школы, но и семьи. То есть, когда дети еще социализируются в семье и за пределами семьи. Это вот первый уровень социализации, причастности к буддийскому образованию, воспитанию буддийского воспитания. Второй уровень буддийского образования – это уже взрослые, которые не имели возможности получить образование, даже не образование, а не имели возможности знакомства, что такое буддизм именно с точки зрения этики. Это второй уровень, и он тесно смыкается с первым уровнем. Это, грубо говоря, связь родителей с детьми, да? Детей с родителями. И третий уровень буддийского образования, о котором, как правило, все говорят, Это вот уровень уже учебный. Это студенчество, это, скажем так, теология, да, в светских заведениях. Ну, это буддийское образование, полученное в монастырях, там, в Индии, в Тибете и так далее. То есть, и при этом третий уровень вот этого самого высшего образования, да, он тесно смыкается с первым уровнем, то есть школьного образования. Поэтому буддийское образование, оно подразумевает акцент как минимум на всех этих трех уровнях и выстраивание вот этого всего. Это довольно сложная композиция на самом деле. Но я понимаю, что сегодня проблема в том, что я это отношу не только к изучению буддийской культуры и вообще культуры калмыцкой и изучению калмыцкого языка. Сейчас многие родители взяли и отнесли эту проблему к проблеме школы. Виновата школа, да, виновата там Министерство образования, а родители не понимают свою ответственность. Вот как раз, насколько я понимаю, вот этот акцент, который, Батыр Чаевич, делаешь ты, что в отношении вопроса, что это комплексная проблема, вопрос воспитания. То есть это в первую очередь начинается в семье. А чтобы это возникло в семье, родители должны приложить усилия. Они должны знать, что говорить своим детям. А если они не имеют этого, ну, тут уж ничего не поделать. Вот в данном случае, видимо, должна быть более актуализироваться именно второй уровень, который я говорил, да? Да, второй уровень. Вот, да. Вот взрослые должны осознать, что такое буддийское воспитание. Вот. И это автоматически просто повлияет на изменение вот от той ситуации, не совсем хорошей, о которой вы говорите. То есть учение буддизма, оно имеет очень явный социальный контекст, очень явный. Другое дело, что мы увлекаемся более философией. А вот с точки зрения истории, допустим, буддизма Уайрата, да, этот социальный контекст явственно проступает. Батыр Чаевич, если говорить простым языком, да. Это духовная, культурная традиция. Это каждый день утром, проснувшись и сварив калмыцкий чай, первую чашу поднести Буддам и Бодхисаттвам. Это ребенок должен видеть, и это же часть нашего образа жизни, и это часть, вот это то, что мы говорим о социальном факторе буддизма, он настолько как бы был вплетен в образ жизни калмыков, нашей культуры. Тут разделить, где вот тут вот буддизм, а где тут калмыцкая культура, невозможно. И в этом смысле я хочу вспомнить вот твое заключение, которое Батыр Чаевич, потому что, я извиняюсь, я с Батыр Чаевичем говорю, общаюсь на «ты», потому что мы очень давно знакомы, да, и дружим крепко, поэтому на «ты». Ну, сложно, конечно. Да. Я хочу сказать, вот то заключение, которое в процессе своей вот научной деятельности сделал Батыр Чаевич в отношении того, что, не знаю, насколько эта мысль принадлежит тебе или кому-то либо еще, но я ее слышал из твоих уст в отношении того, что санскрит – это язык Будд. Тибетский язык – это язык бодхисаттв. Да, бодхисаттв, да. А наш калмыцкий, монгольский? Монгольский язык – язык Кармапал. Язык защитников Дхармы. Да. Да. Вот на основе чего ты сделал это заключение? Я бы сказал, это не я делал заключение, это известный академик Ринчен, это из Монголии. Это очень замечательный специалист. Вот, глубоко волновавшейся историей своего народа, культуры, я имею в виду не только Монгол, это величина. В том числе и Айрат, конечно, да. Вот, и только он, прознавший много чего, он мог сказать, осмыслить массу информации и подать так. Санскрит – язык Будд, тибетский – бодхисаттв, монгольский язык – это языки защитников учения. И это вот как раз перекликается к вопросу о том, что буддизм калмыковства нет, это язык, это наша миссия. Мы воины Дхармы, мы способствовали тому, чтобы пятое его святейшество Далай-лама стал не только духовным, но и светским лидером. И это на всей протяжении всей истории калмыков прослеживается. Это наша роль защитников Дхармы. Да, так получилось, что именно айраты оказались вовлечены в ситуацию в Тибете. Вот, именно они, так сказать, разгромили врагов желтого учения, школы Гилок. И благодаря этому Далай-лама с 1642 года по 2011 год был светским лидером, в том числе и светским лидером Тибета. И только вот 10 лет назад нынешний Далай-лама XIV, его святейшество, он снял с себя вот эту вот, так сказать, политическую направленность вот своего поста. Да, я хочу сказать, это свидетельство того, что мы сегодня слабые. Мы, ойраты, являясь его защитниками, ну, в каком-то смысле его гвардией личной Далай-ламы, мы сегодня вот в этом разобранном состоянии находимся, и при нашей жизни его святейство, наши предки легендарные сделали его светским лидером Тибета, а при нас он снял с себя эту должность, оставаясь только духовным лидером. Нет, я понимаю, что ты не хочешь сказать, что типа вот это все объясняет. Нет, это простая формула, но да, тем не менее. Да, я понимаю, да. Но я хочу сказать, что, наверное, пару слов надо сказать зрителям, что, безусловно, это не так все просто, что там был целый комплекс взаимоотношений между айратскими правителями и Далай-ламами, да? Все-таки одно дело 5-й Далай-лам и 14-й, между ними еще 9 Далай-лам было. Вот. Это и судьба айратов как таковых, то есть судьба их ханств, да? Вначале Хушутского, потом Джунгарского, потом Калмыцкого ханства. Вот. И как раз таки получается, с этой точки зрения Далай-лама сохранял, в отличие от судьбы айратских ханств, сохранял вот эту позицию. Она еще пролонгированно действовала. Вот. Потом был 59-й год, когда Далай-лама 14 ушел в Индию, правильно? Вот это наша общая история. Да. Это, да. Вот, то есть я хочу сказать, что, конечно же, есть масса действительно очень важных факторов, которая повлияла на то, что история этого института светского правителя в лице Далай-ламы, она закончилась 200 лет назад. Вот. Но я хочу сказать, мы как-то в разговоре коснулись этой темы, я сейчас хотел о ней поговорить, в том смысле, что почему некогда ойраты, мы, наши предки, приняли буддийскую традицию школы Гелук в качестве государственной. И в процессе вот этой беседы, разговоров многих, возник вопрос в отношении того, что в источниках говорят о том, что отец Цонкапы, он носил имя Дархан. Ну, по-русски это произносится как Дархан. Если говорить простым языком, это кузнец. А есть еще другое значение этого слова. Дархан – это в какой-то мере титул, который присваивали человеку, который имел особые заслуги перед государством. Может, спас Найона в бою, и он освобождался от подати. И в этом смысле я могу сказать, что, может быть, все-таки имеет место быть. Я это не утверждаю. Это, ну, сегодня это пусть это прозвучит как научная гипотеза в отношении того, что вполне возможно, что Цонкапа, отец Цонкапы, был ойратом. И, соответственно, Цонкапа, основатель традиции Гелук, был ойратом. И вполне естественно то, что ойраты выбрали школу Гелук в качестве своей государственной. То есть это вполне логично смотрится. И сегодня мы подтверждение вот этой гипотезы можем видеть в том, что Аджа Ринпоче, перерождение отца Цонкапы, он сегодня является хушутом. Как к этой версии относитесь, Баштарчаевич? Ну, все-таки я бы это не назвал, я это не назвал гипотезой, это, конечно, версия. Дарханы, они были в истории монголов еще и до Чингисхана. Ну, я так полагаю, что вот этот регион, Амдосский регион, откуда родом, ну, где семья, да, Дзунхавы, этот регион, он... еще со времен, с эпохи монгольских завоеваний, он был заселен в том числе и монголоязычными людьми, народом, да? И насколько те же тибетцы местные оказались монголизированы, либо монголы тибетанизированы, это огромный вопрос. Вот я, допустим, встречался... Нет, я перебью, Батучаевич. Я могу предположить, что тибетские имена были в монгольской среде, но я никогда, и сегодня это вижу, я не видел ни одного тибетца с монгольским именем. Вот обратный процесс, я не сегодня, по крайней мере, я думаю, что и тогда, может быть, так, но это мое предположение, что и тогда, что если человек носил монгольское имя, это не просто так, или прозвище, или титул дарованный, то в любом случае мы можем констатировать и говорить о том, что этот отец Цонкапы имел какую-то особую связь с ойратами. Можем ли мы так говорить? Нет. Нет, это пока, я, честно сказать, у меня нет на руках никаких источников. Вот. Ну, даже если бы они и были вот сейчас у меня на руках, я видел бы, что он там указан как Дархан. Это мог быть просто титул. Титул, который, ну, мог бы даваться грубо говоря, любому такому достойному человеку. То есть это не имя. А если даже брать, если это как имя, то традиционно же и для монгольской культуры, и для тибетской культуры, что у человека 2-3 имени. Правильно? Поэтому сказать, что вот это мы выбираем, нет, именно вот только одно мнение, что это только одно имя его, и оно уже автоматически ведет только к монгольскому началу. Нет, это не может быть, кто-то из наших молодых ученых заинтересуется этим вопросом и начнет изучать. Да, в любом случае, то мы плохо, конечно, знаем, так сказать, и семью Цунхавы. Я, правда, специально это не изучал, но, тем не менее, близко где-то проходился, читал материалы. И мало информации. Я хочу сказать, что Батыр Учаевич в прошлом, получается, позапрошлом году ты принимал участие на юге Индии в конференции, посвященной 600-летию Цонкапа. Там был прозвучал очень интересный доклад, и многие спрашивают, где его можно прочесть. Если возможно, чтобы ты этот доклад предоставил нашей библиотеке Центрального Хурула, чтобы люди могли прийти и прочесть его, ознакомиться с ним. Возможно это? Выступление было мое посвящено выпускникам Дрепунга-манга, калмыцким ламам, которые, как правило, становились главами самхи калмыцкой. Вот. Текст я оставил там, я выступал на английском, но текст хотели как будто бы перевести на тибетский и издать в общем сборнике. А мог бы, если мы не успевали бы, то и в английской версии. Я вот не далее как, правда, сколько, месяца два назад интересовался ситуацией. Ну, может быть, у тебя есть текст на русском языке? И... Боюсь, меня на русском нету. Вот, то есть, если есть, то это не более чем рабочие куски какие-то. Но я к чему вспомнил, что, будучи там на конференции, мы вместе там находились, и в одной из бесед с тобой возник вопрос, вот я, в принципе, знал об этом раньше, что Икицааджин Бичикта, то есть в законах, которые были подписаны в 1640 году на съезде ханов ойратских, и в этих законах, смертная казнь, она, в принципе, не применялась, только в одном случае. То есть все остальные преступления или проступки, они наказывались либо штрафом, либо каким-то наказанием, которое носило большей степени моральный характер, какой-то нравственного осуждения и так далее. Я хочу сказать, что это какой уровень мышления, что современное человечество, общество, оно подошло к этому, и, может быть, последние 50 лет государства стали отменять смертную казнь вообще. То есть, а у нас это было уже там 400 лет назад. Но единственный проступок, который карался смертной казнью, это если ты не сообщил о приближении неприятеля. Ну, если по-другому сформулировать, то смертная казнь предусматривалась за действия против государства. Вот, этот акцент, я его не улавливал, ты тогда произнес, что это единственное, то есть в этом смысле возникала ответственность перед народом и перед государством. Безусловно. И это уже никак не прощалось. Ну, это, там даже вопрос не стоял о прощении, потому что означало, что человек выступает против народа, против структуры власти, то есть против нашей стандартной повседневности. Это было просто немыслимое деяние. Поэтому, допустим, если человек мог ограбить, причем сильно пограбить кого-то, его могли самого обобрать, но вот, допустим, когда в Калмыцком ханстве решался вопрос по поводу создания законов для взаимодействия с русскими законами, с русскими властями, то там был вот этот камень преткновения, потому что по законам империи, допустим, за убийство человека полагалась казнь. У нас нет. За убийство ты должен, может быть, ты обобран до последней нитки, но тебя не должны казнить, потому что это запрещено. Это влияние буддизма все-таки. Это влияние буддизма. Безусловно. Да. Но преступление против государства никак не прощено. Никак. И я хотел бы перевести тогда из истории в сегодняшний день. На твой взгляд, Батыр Учаевич, какое бы сегодня преступление против своего народа ты считал бы как предательством интересам? Ну, так я, наверное, не найду, что сказать, потому что, к сожалению, в наше время многое оказывается не то чтобы размытым, а не получает конкретики. А если конкретика есть, то она часто бывает, что это недостаточно конкретная. Поэтому... Ну, я думаю, если мы сегодня создадим, я думаю, сегодня, ну, это касается не только Калмыкии, я думаю, это общероссийская проблема в вопросе коррупции. Если ты крадешь у народа, у государства, я думаю, это преступление против народа. Это априори, это само собой действие, да. Если ты поступил где-то нечестно, то вот попадаешь вот в эту категорию, да? То... Не, я понимаю, что эта грань сегодня размыта, что люди не понимают, что какие-то поступки, они в конечном счете могут иметь вот такие страшные последствия к разрушению сегодня. Нас осталось 200 тысяч. И каждый должен осознавать ответственность перед своим народом, перед своими будущими поколениями, что твой поступок, он может иметь страшные последствия. И я понимаю, предвосхищая это, ханы сказали, мы все прощаем, но поступок против своего народа, против государства, против ханства, он не может иметь прощения. И вот в этом смысле я хочу сказать, вот эти все вопросы, связанные с сохранением нас как калмыков, сохранением нашей культуры, вот это каждодневный выбор сегодня, и вот это осознать ответственность перед собой, перед своим народом, перед будущими поколениями, мне кажется, мы должны это сегодня сформулировать и озвучивать сегодня. И я это опять сейчас смотрю, что это во многом, я это отношу к вам, к ученым, чтобы вы должны задаться этим и дать нам, как бы, не в качестве готовой формулы, но, по крайней мере, обсуждать и говорить об этом, чтобы, потому что сегодня в обществе превалирует, я это называю, сейчас современное называют, по-моему, психологией жертвы, да? Во всем винить не себя, а какие-то обстоятельства. И в этом смысле я хочу сказать, что то, что ты, допустим, Батручай, сегодня... Ну, сложные были времена, и мы разговаривали когда с Олегом Бартуновым о том, что он остался верен науке и состоялся как ученый, сегодня как успешный бизнесмен. И в этом смысле я хочу сказать, что, наверное, Батручай, тебе приходилось тоже, наверное, в 90-е сложно остаться верным науке. Ну, тут сразу так вот комплекс идет, так сказать, положений. Ну, начнем, так сказать, с конца. Ну да, 90-е годы было не так просто. Для нас, для всех 90-е годы было непросто. И, наверное, в каком-то смысле вот интерес к прошлому, он меня всегда поддерживал. Он мне всегда показывал многое в позитиве. Вот. И я понимал, что все-таки 90-е годы я провел в Москве. Вот. И я понимал, что я носитель вот этой вот великой нашей культуры, кстати сказать, это слова Далай-ламы, что культура калмыцкая подобна культуре тибетской. Вот, что я носитель этой великой культуры, и что я сейчас здесь, и эти трудности какие-то, вот, какие мы встречаем, они в каком-то смысле запрограммированы. Почему? Потому что, как я несколько ранее сказал, дети выбирают родителей, они выбирают время и место своего рождения. То есть мы решили родиться именно тогда, во второй половине 20 века, да, чтобы сейчас это проходить. То есть мы себя еще тогда настроили. Другое дело, что, возможно, по ряду каких-то причин кто-то не смог все-таки, да, выкинуть это, а кто-то просто кармически оказался закинут. Но я думаю, все-таки большинство из нас, мы сознательно, ну, опять-таки, что значит сознательно, это уже буддийское понятие, да, что переходит именно в сознание, да, из жизни в жизнь. Вот мы сознательно сделали этот выбор, и это меня воодушевляло. То есть, значит, я сам когда-то сделал этот выбор, а чему я тогда удивляюсь? Все нормально. То есть все идет, как я бы и хотел. И вот эти вот разные воспоминания, разные какие-то вот, пусть даже это будут внушения, они помогали, вот, так сказать, в разных ситуациях, что называется, не опускать руки и так далее, и так далее. Ну, я хочу сказать, ты оказался сильнее власти вот этих обстоятельств и остался тверд. Ну, я думаю, что мы все, кто через это прошли, мы все можем в итоге сделать такой выбор такой вот. И сказать, что да, если мы это прожили, пережили, то это было, значит, не зря. Если мы сейчас говорим про то, о чем мы сейчас говорим, об идентичности, о роли религии, о нашем этническом самосознании и самосохранении, да, то, значит, настало это время, и это не просто должен быть разговор. Этот разговор должен быть реализован какие-то практические так сказать, положения, какие-то вот законоуложения, акты. Это тоже не должна быть просто бумага. Бумага должна работать. Это нормально, это правильно так и должно быть. Ну, я хочу сказать, это имеет глубокие корни. Вот я сейчас как раз в процессе вспомнил, что многие в Джангаре прописано, когда говорится о том, что многие знают Джангара, Хонгара, но там есть такой баттер, который мне тоже импонирует, кроме, ну, больше всего нравится, конечно, Хонгар, но там есть такой баттер, и о нем говорится, что Гюзян Гюмбе, гидек баттер, Мингы Негджиля, Терин Шаджина Тускар, Кюнглджи, Булалджи, Судок. То есть... более 1000 лет. Да. То есть я переведу, может быть, это баттер Гюзян Гюмбе, 1001 год, Кюнкельзи Булалджи, трудно перевести. Это не просто он говорит, они диспутируют. Именно... Он вникал, и вот это проникновение он проявлял. Да, и в этом смысле он рассуждает не просто вопросы светской веры, светской власти и буддийской веры. Тер Шаджин Тускар Кюнкельзи Булалджи Судок. И вот это, я хочу, чтобы породилась эта дискуссия, чтобы вот... вопросы эти мы задавали, я думаю, все задают это. И как-то в одном из интервью я прочел, что жить, ну, как историк, я тебе скажу, что просто хочу перенести это в сегодняшний день, что один из великих кто-то сказал, что жить, постоянно жить прошлым, постепенно умирать. Я бы сказал слова Будды, который говорил, что надо смотреть вперед, потому что воспоминания тянут тебя назад. Это Будда сказал. И вот я хотел бы, Батур Чаевич, спросить, какое это будущее ты видишь для Калмыкии и для нас, калмыков? Ну, мне кажется, что если мы сохраним себя как буддисты, если мы себя сохраним как калмыки, то есть этнически и религиозно, да, а лучше во взаимодействии, то у нас очень хорошее будущее будет впереди. Почему? Потому что мы проходили через разные этапы. 250 лет назад ханство было упразднено. Вот. Но мы сохранились. И сейчас у нас субъект. И этот субъект, безусловно, должен быть сохранен. Почему? Не только потому, что вот, мы народ и так далее. Все-таки это как бы везде народ, да? Грубо так сказать. Но то, что мы здесь являемся, здесь, на Каспии, вдалеке от любых буддийских центров. И для нас самый ближайший буддийский центр, как я понимаю, это не Бурятия, это Индия. Чисто вот так вот, что называется, по расстоянию прикинуть, да? То есть мы здесь являемся буддийским, представителем буддийского мира. Его самый западный и, возможно, ну, наверное, самый, в каком-то смысле, северный оплот его. Это раз. И второе, это сам регион, Каспийский регион, он очень и очень своеобычный. Но именно то, чтобы буддизм сохранялся, а он-то здесь не впервые благодаря калмыкам появился. Буддизм здесь был еще тогда примерно, когда возникли вот эти статуи бамиянские в Афганистане. Это была, в общем-то, первая волна буддизма, это был индийский буддизм еще. Вторая волна — это наш монгольский буддизм, когда пришел Хулагу хан, внук Чингисхана. То есть буддизм для этой территории не новая традиция? Конечно, нет. Она здесь дискретна. И таким образом она насчитывает сколько, на твой взгляд? Ну, скажем так, первая волна была в районе 5-7 веков. Это не означает, что она длилась 2 века. Ну, примерно в этот промежуток времени. Вторая – это в течение 13 века, потому что в 1295 году Газан Ильхан принял ислам. 1295 год – это как бы конец буддийского периода Персии. Собственно говоря, Бартольд называл, как раз говорил, буддийский Иран про тот период. Ну и мы, калмыки, которые прибыли в 1632 году, как считается. Вот с тех пор мы здесь и сохраняем вот это вот наше присутствие. Поэтому, учитывая вот эти обстоятельства, что это не просто какой-то осколок, как говорил Рерих Николай Константинович, залетевший сюда, да? Нет, это именно вот та часть Азии, которая традиционно была представлена в этом регионе. и она не осложняла картину, а она делала ее более мозаичной, она делала ее поэтому более динамичной. Регион весь. Это по поводу региона. И по поводу того, что это все-таки тот восточный, далекий восточный мир присутствует здесь, и он не должен исчезнуть. И потом только третий фактор, это то, что здесь Калмыкия, как те носители и защитники буддизма, о котором мы сейчас только что и говорили. То есть, как минимум, взаимодействие этих трех факторов говорит о том, что регион, именно как Калмыкия, как субъект, да, должен сохраняться. Ну вот как раз пятый фактор, что нужно эту территорию развивать, и нужно сделать комфорт, чтобы мы ощущали себя хозяевами этой земли, этой местности, и гармонично чувствовали. И хочу вот на этой оптимистичной ноте, Батручаясь, закончить нашу беседу. Еще раз хочу, наверное, от лица, ну, может быть, возьму на себя такую ответственность со всех калмыков, поздравить тебя с защитой докторской диссертации в институте. Я еще раз подчеркну, в институте востоковедения, который, мне кажется, имеет с нами, с калмыками, особую кармическую связь. Мы очень рады, ждем новых работ, Батручаевич, и почаще, чтобы бывал ты у нас в Калмыкии. Сейчас я хотел бы читателям, я уж повторяюсь традиционно, что чтобы была обратная связь человеку, который задаст, Батручаевич, на твой взгляд, интересный вопрос, мы будем это обсуждать, или на мой взгляд, я хотел бы, ну, если возможно, ты оставишь автограф здесь, подпишешь эту книгу. Это одна из последних, наверное, последняя, да, монография? Ну, эта книга вышла в 2019 году. Сейчас я готовлю другую монографию на основе докторской диссертации. И вот как раз эта книга, она как раз то, вот, она как бы излагает то, что ты в финале нашей беседы сказал, в том, что чтобы мы правильно это все ощутили. И прочел эту книгу, вот лично у меня вот этот комплекс того, что какая-то маленькая провинция, какая-то территория, маленькая Калмыкия, там на берегу Каспия живет, вот он исчез. Я понимаю, что мы представители вот именно цивилизации, именно нескольких цивилизаций, буддийской, кочевой, монгольской. Я не знаю, может, перечень этот, Батручаевич, может, продолжишь ты тоже? Я бы хотел сказать, что эта книга, наверное, является, как бы сказать, ну, в каком-то смысле вариантом или примером того, чтобы исторические знания, они были полезны для сегодняшнего дня. Вот как важно. Да, история, мы историки, мы часто увлекаемся изучением своего периода, и как бы и все на этом. Мы можем писать замечательные книги, да, но мне казалось, ну, не только мне в данном случае, мне это казалось, что вот знание буддийского нашего прошлого, оно очень важно сейчас. То есть, как говорил Жан Жорес, взять из прошлого надо огонь, а не пепел. Вот этот огонь я бы хотел перенести в наше время, чтобы были ориентиры. То есть, в данном случае речь идет о том, насколько перспективы есть у буддизма, соответственно, у калмыков, у Калмыкии в современных условиях. Но для этого, конечно, пришлось изучать современную ситуацию. То есть, как бы книга и названа, «Цивилизационная основа политического процесса», то есть политику. Потому что хотим мы того или не хотим, политические условия, они влияют на нас. Как говорит Далай-лама, надо интересоваться политикой, иначе политика заинтересуется вами. Ведь часто же как говорят, буддисты это как бы конформисты, да? Вне политики есть. Да, 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 ничего подобного нет, ничего подобного. Абсолютно согласен. Тоже касается, допустим, другого момента немаловажно экономики, да? Вот, насколько буддизм содействует бизнесу. Да? Я бы хотел внести некоторые уточнения. Пример, который приводит Далай-лама, допустим. Вот он говорит, большинство из нас люди с одним глазом. То есть мы видим только материальную сторону жизни. И отсюда все остальное. Но нам нужно открыть второй глаз. И это духовная сторона жизни. И вот когда мы будем с двумя открытыми глазами действовать, жить, да, тогда мы поймем, что наша помощь другому, она должна исходить из того, есть ли у нас возможности для этой помощи. То есть для этого мы должны обладать этой возможностью, то есть для этого мы должны работать, для этого мы должны богатеть, и мы можем помогать другим в таком случае. В этом контексте буддийское учение пересекается с тем же протестантизмом или кальвинизмом, да, где говорится, Бог своим избранным дарует успех в труде. То же самое в буддизме. Буддизм вообще изначально это Будда сам был не из бедных, он был из царской семьи. Будда был против бедности. Он был из... воинов. Это элита, это кшатрия, это кшатрий, да, он был. То есть он вырос как богатый наследник. И естественно, он был против бедности. И он понимал, что в каком-то плане, как говорит Далай-лама, опять-таки, что буддизм очень близок к коммунизму. Он понимал, что до того, как рассуждать о высоком, нужно поесть, попить, одеться, иметь крышу над головой. На это должно быть устремлено все. Великий шелковый путь. Вот обычно как говорят? Шли караваны с востока на запад, с запада на восток. Потом по этим караванным тропам пошли буддийские монахи, и поэтому буддизм проник, начиная от Сирии и заканчивая Японией и Китаем. Да было строго наоборот. Вначале были мощные, богатые буддийские монастыри, через которые пошли торговцы, сами же буддисты, эти самые торговцы. И вот потом по этим путям и возник Великий караванный шелковый путь. Откроем карту, любую карту Великого шелкового пути, все ключевые точки – это мощные буддийские монастыри были. Я считаю, что если мы подойдем с полным осознаванием того, что это получится, и ответственностью за то, что мы делаем, я вообще преград не вижу. То есть все-таки, слава Богу, наши предки постарались. Мы многое сделали, так сказать, в своих странах, где мы живем, да? Где мы живем? В Монголии, в Китае, в России, да? Мы внесли свой вклад в развитие этих стран. И мы, будучи их потомками наших предков, наших родителей, наших более старших предков, у нас нет никаких ограничений на то, чтобы внести свой вклад в наше же собственное нынешнее достойное будущее. Ну, батюшка, на этой позитивной ноте закончим тогда нашу беседу. Я очень еще повторюсь, рад тебя видеть в Калмыкии. Как только получается возможность, я стараюсь приехать в Калмыкию. Вот, для меня это особое место силы. Калмыкия, здесь было и христианство, здесь было иудаизм, хазарское ханство. Вот. Это давнее место, так сказать, народных традиций наших, земля наших предков. И Калмыкию до сих пор поняли все те, кто шел отсюда даже 250 лет назад. Так что для многих Калмыкия это то, что они хотят увидеть. И вот мы, когда планируем конференции, посвященные аратам, калмыкам, просьба наших западных коллег, давайте проведите в Калмыкию. Это народ, который мы везде изучаем, но никогда не были еще на ее родине. Вот. То, что, вот это тоже такая мысль, которая нас должна воодушевлять. У нас есть родина, и она дает нам силу. Так оно и есть. В общем, всего доброго, ждем обратной связи, вопросов.